В убежище есть статья о других персонажах с именем Джон. Вы видите Джона Циммермана, мэра святилища. Джон Циммерман, англ Йон Зиммерман, персонаж Фаулаурт. Биография. Джон Циммерман является мэром святилища и нанимателем регуляторов. Всей душой ненавидит банду клинков из-за того, что они надругались над его сыном, отрезав тому язык и посадив на кол. Поэтому просит разобраться с их лидером, Бритвой. Связанные квесты. Убить Бритву, Циммерман просит выходца свершить месть. Очистить святилище от регуляторов, в результате ответного хода клинков Циммерман погибнет, так как будет драться на стороне регуляторов. Прекратить нападение банд на святилище Кот, первоначальный вариант улаживания разногласий. Интересные факты. Если незаметно для всех убить регулятора, стоящего за его спиной, а потом предъявить мэру доказательства того, что это именно регуляторы убили его сына, то он выживет, но при попытке с ним поговорить главного героя будет сразу выбрасывать из диалогового окна. За кулисами. Первоначально предполагалось мирное разрешение конфликта между клинками и святилищем по квесту, прекратить нападение банд на святилище. Однако для сокращения размера финальной версии игры были вырезаны потрошители, что повлекло за собой вырезание всех связанных с ними квестов и персонажей, а также переделку оставшихся. В частности, сам Джон исходно не был втянут в конфронтацию между клинками и регуляторами.